В Карелии стартовала уже ставшая традиционная операция «Оружие». Она продлится до конца ноября. За это время планируется изъять из незаконного оборота незарегистрированное оружие, патроны, боеприпасы и взрывчатые вещества. За добровольную сдачу жители Карелии получат денежное вознаграждение. За боевое автоматическое оружие – до 15 тысяч рублей. За огнестрельное нарезное – до 6 тысяч. За огнестрельное гладкоствольное – до 2. Полный список предметов вооружения и суммы вознаграждений можно найти на сайте МВД Карелии. В минувшем году в ходе операции «Оружие» гражданам было выплачено порядка 200 тысяч рублей.